Эрик. Эрик, хуярик. Руль замкнут. Руль размыкается нажатием удерживанием. Еще раз зажигание. Проверка всех систем. Куда ты поехал, дорогой? Ну куда ты поехал? И по телефону говорим за рулем. Ай-яй-яй-яй-яй. Да. Все как мы любим. Как сел, вот он есть и все. А когда он есть, ты же не можешь нормально ехать. Тебе же не надо бр-бр-бр-бр-бр вот этим вот. Короче, он занимался переключением. Ну потому что классно, потому что здорово. Нельзя же просто так взять и переключить. Неспешно. У нас спецрота катается на тегу. Ладно, давай посмотрим, что за дрендулет там у него такой. Вроде не до гусь или гусь или что. Ждем. Можно обогнать так и влететь на интересную вещь. Сейчас посмотрим, кто там. Гусь.
изолированный. Это ваше, это безопасно. Нет, прости, бригада, ты просто пальчик в кухне приложил. Так тоже бывает. А вот тут мы говорим по телефону, правда, да? Это смело, одновременно. Гарри Поттер, девочка, бальц.
Константин, здорово. Костя с сыном едет. Хорошо, когда город такой маленький, достаточно уютный. На курсе. Там уже одного конца города другой проехал. Двоих встретил. Табун. Здорово, клубни! Здорово! Уже опять на чем-то новом, да? Не прощаюсь, я, может, появлюсь еще. Я. Супа гуд. Здравствуйте. А разворот с левой стороны осуществляется, не? Мне надо попасть в разворот. Да, плохо. Надо попасть в разворот. Наверное, на КамАЗе едет. КамАЗист? У прицепа, он разронул. Все, как мы любим. Спортсмены.
отключено, возможно, я бы совершил преступление и заехал бы по пешеходному переходу. Вот так как девочки поехали. Ух, как! Люк никак нельзя было объехать, а чуть не убили девки. Девки, аутло реально, 1%. Вдвоем по всем люкам.